что? Не купили, не подарили. Вау, тут что написано? Вау, черная коробочка. А он сказал, тут гироскутер, тут ФКЭ. Тут что-то колело, что-то какое-то что-то написано. Вау, круто. Вау, это белый пенопласт. Вау. Одна крышка, тут две крышки. Вот это круто. Даже ручку не сделали. Мама сказала, его распаковывали там. Ну, катались, чтобы проверить, работает он или нет. Вау! Даже ручки нет. Ой, с этой стороны он 5 килограмм весит. Что-то тяжело. А ну с этой. Ох! А с этой 4 килограмма. А так, в общем, сколько? О, да тут 15. Давайте откроем его. Хоп. Хоп. Чо, вау, инструкция на русском. Тут смотрите, чё. Вау, смотрите, какие цветные разные бывают. О, это вот он стоит, этот человечек тут нарисовано. Вау, вот здесь как ехать нужно, прямо так. Вау, как можно, как нельзя. Ой, смотрите, рисунки. Вау, вот это паспорт. А это что? Это же провод. Надо его развязать. Его кто-то завязал. Вау, почти, как моя рука, почти. Вау, это же евророзетка. Нет, евровилка. Вау, ее только в евро такой. Этот засунешь. А, вот же он. Круто. А это... Это, наверное, блок питания. О, смотрите, как, какая такая конструкция здесь. Это, наверное, что-то необычное. А это, наверное, вот так вот засовывается. Вот. Вот штрих-код тут даже есть. Вау, тут что-то написано, я не понимаю. Вау. Ну ладно. Так, положу. А это не отфолдывается, значит, это так не быстро. А внутри что? Вау! 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 Это же гироскутер! Нет. А, точно! Его же нужно включить! Точно, он же вот так не работает. Надо его вытащить. Ух ты ж. Нет, я лучше сначала его отдельно вытащу. Ого, это от колес такие эти остались. Ничего себе. Ну ладно, я пока это тут оставлю. Тш, ого. Да, вот тут написано. Красное, если горит, это разряжено. Желтая это до половины, а зеленая батарея, если горит, то значит, вот тут написано, то значит хорошо заряжено. А где они должны гореть? А, наверное, вот здесь. Вау, ну давайте его пока начнем заряжать. Так. Мы возьмем. А, нет, нужно же сначала все соединить, чтобы... А, нет, не вот этот вот, а вот этот провод. Вот так? А, нет, не так, наверное, вот так. Да, вот так! Все!
Все, подключилось. Нужно включить. Что за... О, тут зеленое окно, это загорелось. Так, теперь, а это, наверное, гироскутер куда-то подключать. Надо же посмотреть. А, ну вот она. Вот, вот так вот ее вот сюда вот за... Я что-то не засовываю. А, надо... вот тут вот специальная такая дырочка есть, в которую нужно включить. Вот здесь вот такая вот. Все, мы теперь его заряжаем. А это что за кнопочка? Ого, он что-то сказал? Вот где эта батарейка-то? А это что за тогда фары, что ли? Он как? Он, значит, точно, мама сказала то, что его еще в магазине зарядили. Ну ладно, я это пока все выключу. Ого, он что-то пикнул. Вот, тут теперь красная горит, когда заряжаешь. Когда выключаешь, она зеленая. А потом, когда включаешь красную, ну все, я пока выключу. Так. Вау. А что это он там? Он когда включается, тоже пикает. Я не пойму, что он там говорит. Ну ладно, надо... Я знаю то, что на него как-то... Как-то встаешь и потом как... А, вот, я понял. Вот когда одной ногой встаешь, и тут вот фара вроде, да, горит. Я просто сейчас не вижу. Вроде да. Так. Так, я вот тут вот. Так, коробки. Я вас пока вот сюда вот поставлю. Вау, так. А, наверное, это фары. Фары будут спереди. Хоп. Хоп. Да, они горят. Вау. 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 Так. Круто. Так. Хоп. Хоп. Так. Я что-то не могу. А тут что-то, значит, тоже еще горит. А, это какой-то кругляш. Тут два каких-то овала. Так. А, нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Все, вперед. Вперед! А, вперед! Ну! Так, давайте я с правой ноги тогда. Вперед! Нет, нет, нет! Не к стенке, не к стенке! Так, так, так! Ой! Так, я это... Так, хоп, хоп, встал. Я, у меня не получается ехать. А, нет, вот, вот, я еду. Назад, стойте, стойте. А, получается, получает голосовые команды. Едь вперед. Так, он не, он же не получает голосовые команды. Надо посмотреть в паспорте, может, в паспорте что-то есть. Да, вот тут нарисовано то, что наклоняешься, вот гироскутер прямо стоит, когда наклоняешься, он назад. Когда прямо, ну, когда вперед наклоняешься, он вперед едет, а когда ты просто стоишь прямо, он, наверное, стоит. Ну, я лично буду доверять инструкции. И давайте встанем. Хоп. Так, мы встали. О, вот тут тоже горит круто такой ночью. Едешь, и ты такой светишься, такой крутой. Вау, круто. Вау, еще вторая светится. Вау, и еще фары при... Фары тоже светятся. И ты такой едешь. И ты такой крутой. Ой, крутой.
У меня чуть-чуть начало получаться. Вперед, назад, вперед, назад. Ох, я чуть не врезался. На гироскутере надо ездить, ну так, аккуратно, а то же можно его сломать. Так. Вау. Ух ты, он какой тяжелый. Как же его... Прям руки отваливаются. Вы представьте, едешь, едешь, и бац, ступенька. И каждый раз поднимать, переставлять и дальше ехать. Ну, это как бы неудобно. А если ты такой в парк пришел, и по аллее, или там, например, по какой-нибудь ровной площадке едешь, или по какому-нибудь полю, и такой... Ой-ой-ой. Тормозить как-то сложно. Фу. Вау, круто. Вау, так. Ой. А, кстати, я вот что еще заметил. Когда он звук издает, когда я встаю. А второй нет. И когда убираешь, он тоже издает. Это очень хорошее оповещение. Знаешь, такое стоит. Ну, сидишь, сидишь на лавочке, и какой-нибудь хулиган на твой гироскутер встал, ты услышал, и его добиваешь, добиваешь, добиваешь. Вот это, ну, как бы тоже такое, ну, как, звуковое. Ой, звуковой помощник. Это как на коньках, едешь и приседаешь, чтобы остановиться. Круто. Присесть даже получилось. А, точно, у меня же получалось еще как-то крутиться. Ой. Голова кружится. О, давайте с другой стороны попробуем ездить. Не с этой. Фары теперь у нас сзади будут. Вот они сзади. Ого, тут даже такие диски. Вау, а тут же шины. Тут почти настоящие шины. Вау, круто. Диски такие крутые. А, вот откуда он эти звуки произносит. Тут вот специально такая... штука есть. А вот и фары наши. Вот батарейка. Индикатор батарейки зеленый. Значит, все хорошо. Так, хоп. Видите, загорелось. И я могу просто ездить на одной. Вау. Ну, то есть, не трогая вот эту, только на одной. А вот я... Так. У меня... Получится только на одной ездить. Вот как-нибудь так. Или не знаю. То есть вот эти вот черные штуки, это педали получается. Ты встаешь, и он автоматически получает сигнал, гироскутер. То, что ты встал, или твоя нога на гироскутере. Ну, такое маленькое расстояние. Конечно, нужно, значит, ездить на такой ровной дорожке. Так. Вау. Круто. Вау. А давайте еще в инструкцию я загляну. Так. Ого, он выдерживает до сотни килограмм. Круто, он до сотни килограмм выдерживает.
мы... Ой, что-то это... А, видимо, когда он едет, я его затормаживаю. Но теперь я немного понял, как кататься на гироскутере.